Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! О ведущей популярной юмористической программы Регине Дубовицкой давно ничего не слышно. А между тем поклонникам Регины Игоревны интересно, чем живет артистка, какие у нее планы. На эти вопросы ответила таролог и потомственная ведунья сауна. По ее словам, Дубовицкую очень печалит то, что одни ее коллеги по аншлагу уходят из жизни, а остальные попадают в забвение. Артистке тяжело осознавать, что годы славы и успеха прошли. Многие присутствующие на похоронах сатирика Михаила Задорнова заметили, как сдала Регина Игоревна. Это и послужило причиной ее исчезновения со сцены и светской жизни, пояснила гадалка. Дубовицкая пережила очень сильный стресс, который сломал ее. Она уже не чувствует себя уверенно на сцене, ее даже пугают многочисленные взгляды в ее сторону, сообщила ясновидящая. Дубовицкая чувствует, что ее артистический потенциал уже исчерпался, и она не может давать зрителям того заряда энергии и позитива, который могла давать раньше, отметила сауна. Безусловно, артистке хотелось бы нового витка популярности и новых творческих проектов, но, к сожалению, неуверенность и страх на данный момент сильнее. К сожалению, можно констатировать, что артистическая карьера Регины подошла к концу, заявила таролог. В остальном же впереди у Регины спокойная и размеренная жизнь, хоть и со своими депрессивными периодами. При этом со здоровьем серьезных проблем у артистки гадалка не увидела. Финансы и взаимоотношения в семье Регину Игоревну также не побеспокоят. А все происходящее сейчас в связи с ее творческой деятельностью она рано или поздно воспримет как должное и перестанет грустить по этому поводу, заключила сауна. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.